9 мая закончилась самая страшная в истории человечества война. Война, в которой выстояли и одержали победу наши соотечественники. Именно наш народ принял на себя всю тяжесть этой ужасной войны. Именно наш народ оказался достойным пройти маршем победы через всю Европу. Спас мир от рабства и ужаса концлагерей, от фашизма и идеологии ненависти. Разным поколениям досталась разная судьба. И не сравнить судьбу нашего поколения с испытаниями, которые выпали на долю наших бабушек и дедушек. Каждый день их жизни был подвигом. Сегодня общепринято и нормально жить для себя, а они жили и умирали ради нас. В этот торжественный и печальный праздник я желаю всем нам быть достойными нашей истории, помнить наш долг перед старшим поколением и воспитать наших детей так, чтобы они не забыли и не предали наше прошлое. С праздником, друзья! С Днем Победы!